Привет! Казалось бы, что может быть проще? Но я часто сталкиваюсь с тем, что и начинающие, и уже играющие барабанщики, которые приходят ко мне на занятия, неправильно бьют в бочку. Как правило, это либо так, что в принципе неправильно и не позволит нам дальше развиваться. Либо так, что тоже не очень хорошо. А теперь как правильно. Исходное положение. Пятка немного приподнята, а колотушка прижата. Нога стоит на педали. Теперь работаем только икрой. Натягиваем мышцу, поднимая пятку. Для педали ничего не меняется. Нога все так же продолжает на нее давить. А теперь отпускаем мышцу, и нога просто падает на педаль. Но здесь есть нюанс. Если мы просто отпустим ногу, она упадет на пятку. Нужно сработать на опережение. Когда нога находится в паре сантиметрах от пола, мы резко возвращаем стопу в исходное положение, ставя ее на носок. Покажу на примере рук. Тем самым получая как бы хлыстовое движение или волну. На самом деле все просто и интуитивно понятно. Просто нужно знать, что делать. Я сейчас потратил на объяснение больше времени, чем тебе понадобится на отработку. И именно так ты будешь играть и одиночные удары в каких-то простых ритмах, и валить стенки 16-ми, вплоть до темпов 160-170. Немного уменьшенной амплитудой. Ну а дальше в дело вступают стопы. Но это совсем другая история. Я надеюсь, мы закрыли этот вопрос. Спасибо за внимание. Лайк, подписка, колокольчик и обязательно заходи на мой сайт alexkaserum.com. Там есть отличные видеоуроки. Пока!